Работы по реконструкции памятника воинам-интернационалистам начались, а это значит, что совсем скоро мемориал обретет новое достойное лицо, а еще и новое местоположение. Памятный комплекс разворачивают фасадом к дороге. Трехметровый солдат на постаменте, у подножия имена погибших в Афганистане и Чечне. Так в скором времени будет выглядеть обновленный мемориал. Идет изготовление, на сегодняшний процентов, наверное, 40 он уже готов, но работы идутся в графике и уже... В первых числах июля это будет уже именно монтаж на фундаменте этого памятника. Самый первый этап – подготовка площадки для установки мемориала. В сквере у военкомата выровняли грунт, завезли горелик, щебень. Установили каркас для заливки основания монумента. При проектировании памятного сквера постарались сохранить все деревья. А главное, остался нетронутым многолетний ельник. Памятник чернобыльцам также поменяет место. Он будет располагаться справа от большого мемориала. Буквально через неделю начнется работа, это установка поребрика, благоустройство территории. Здесь будет предусмотрена парковка, то есть, чтобы люди же приходили, чтобы можно было спокойно не бояться за автомобили и не мешать движению автотранспорта. Общая площадь реконструкции и благоустройства с освещением, парковкой и площадкой для проведения мероприятий составит около 500 квадратных метров. Это будет практически новый сквер. Торжественное открытие памятного места намечено на 2 августа.